И начнем с самого душевного маршрута. Питер-Москва. Встречайте, Михаил Шуфутинский и Анастасия Спиридонова. Многократный лауреат премии «Шансон года» Михаил Захарович открывает 17-ю церемонию. Анастасия Спиридонова, участница шоу «Голос» в прошлом, да? И уже известная у нас в эфире личность. Рейс отложен, все возможно, знаю. Как разлуки в двери без стука таю, словно снег весной. Да, Михаил Шуфутинский и Анастасия Спиридонова. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Вот и мы начали это прекрасное путешествие в мир шансона. Михаил Захарович, у вас недавно был день рождения, и мы все хотим пожелать вам счастья, здоровья, любви и сказать все с днем рождения! С юбилеем, 70-летием, я бы даже сказал. 13 апреля. Спасибо огромное. Спасибо! Настя Спиридонова. Настя, это для меня большой подарок, что мы вместе спели. Спасибо. И вам, друзья мои, огромное спасибо, что в такой потрясающий день сегодня. Это по-настоящему огромное культурное событие в жизни нашего города, в жизни нашей страны. Да здравствует шансон!